международный бизнес-форум по системам искусственного интеллекта состоялся в Москве. Свыше 1000 топ-менеджеров обсудили пользу, которую приносит внедрение искусственного интеллекта в разных сферах жизни. Белорусская делегация презентовала работу отечественного парка высоких технологий, представила опыт государственной поддержки IT-сектора и новые направления, призванные повысить качество услуг и конкурентоспособность товаров, качество жизни населения страны. Белорусский национальный технический университет 7-й раз принимает международный форум вузов инженерно-технического профиля. Более 300 ученых, преподавателей и студентов из России, Казахстана, Норвегии, Польши, Швейцарии, Сербии и Беларуси обсуждают молодежное предпринимательство, преимущества модели высшего образования «Университет 3.0». Ключевые темы семинаров также подготовка инженерных кадров для ядерной энергетики и освоение Арктики. По итогам форума будет определен лучший молодежный инновационный проект союзного государства. Беларусь в десятке лучших стран для путешествий в 2019 году по версии международного издательства Lonely Planet. В списке страна на 8-м месте. По мнению авторов исследования, Беларусь привлекает туристов 30-дневным безвизовым режимом, а также множеством кафе и арт-площадок. К тому же в ноябре белорусская столица станет площадкой детского Евровидения, а в следующем году примет вторые Европейские игры.